12 августа в 5:20 в дежурную часть Хмельницкого отделения полиции поступило сообщение о том, что по адресу Тираспольское шоссе 8 раздался взрыв. На месте происшествия прибыла следственно-оперативная группа, взрывотехническая служба и госслужба по чрезвычайным ситуациям. В результате взрыва был поврежден автомобиль марки Volkswagen Polo, который принадлежит гражданину 61 года рождения. Предварительно стало известно, что это была граната РГД-5. Все обстоятельства устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по предварительной правовой квалификации уголовного преступления по признакам части 2 статьи 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». По информации интернет-издания «Думская», автомобиль принадлежит некому гражданину Александру Шевчуку, который является сотрудником управления дорожного хозяйства Одесского городского совета. Мужчина не связывает случившееся со своей работой и не имеет предположения, кому он мог перейти дорогу.